Нельзя совмещать вот это и это. Сейчас очень популярна ковровая вышивка. Но специальная игла для нее стоит, ну, нормально так. Поэтому сейчас мы ее соберем из спицы и ручки. Но для начала не забудь подписаться, у меня много крутых идей. Спиливаем кончик спицы и чем-нибудь аккуратно ее дырявим. Часть отрезаем, часть отламываем. Все края хорошенько обрабатываем. Вот так, короче, должна выглядеть игла, а вот так вот ее кончик. Вместо ручки можно взять обычный пустой корректор. Отделываем у нее попку. Половина от этого расстояния будет будущий ворс. Аллилуйя. Розовую нитку вытаскиваем. Пока клей сохнет, сделаем нитковдеватель. Я просто свернула проволоку вдвое и склеила кончики бумагой. Ну все, можно шить ковры. Все подробности можешь узнать в телеге. Не забудь поставить лайк и отправить друзьям.